Рассказывает один пожарник. Послушайте эту историю. Говорит, мы пришли в квартиру, которая сгорела вместе с ее обитателями. Дверь была закрыта, и никто не смог выйти. Все сгорели. Он говорит, мы зашли, чтобы найти тех, кто погиб. И кто же был в этой квартире? Мать с ее тремя детьми. Обычно рассчитываешь увидеть в таком случае, что одно тело здесь, другое там. Кто-то пытался открыть дверь. Обычно видишь именно такую картину. Но он говорит, мы увидели мать, которая накрыла своих троих детей, как птица, которая берет под крыло своих птенцов. Он говорит, эта мать закрыла своих детей, и она сгорела вместе с ними. Язык пламени заставит сдвинуться любого человека. Не так ли? Мать же не шевельнулась. Ее спина горела и жарилась. Огонь пожирал ее, но она не рассталась со своими детьми. Истинно, таковы матери. Что же даст тебе понять, что такое мать?